«Союз нерушимый». Все верно. В эфире программа «Союз нерушимый». На часах 13:08. И вас приветствует в первую очередь ведущая программа Азиз Агаев. И Владимир Сметалин, как тут, вы слышите. Да, мы тут очень активно сегодня разыгрываем билеты в предыдущих часах. Азиз Алиевич сейчас как раз-таки слышал, да, как да, у нас да. тут группа «Шейкеры» выступала. Точно. В общем, создала такую у нас очень интересную, хорошую атмосферу. И тема у нас сегодня в программе «Союз нерушимый» тоже такая дружелюбная, дружественная. Мы решили накануне Дня народного единства пригласить собрать в нашей студии представителей разных культур и поговорить с ними о том, как они воспринимают народное единство, что для них это значит, и как на их земле, ну, на их родине, я имею в виду. Да? Я думал, ты сейчас скажешь, как они воспринимают музыку шейкеров. Я думаю, что музыка шейкеров... Музыка — это то, что одно из многочисленного, что нас объединяет. Да, это я думаю, что наших шейкеров любят все. И как они играют, как выступают. И это тоже действительно то, что нас объединяет. И, кстати, очень показательно, что у нас одна из гостей, наша гостья по фамилии Музыкант. Вот прямо сейчас. Да? Людмила Николаевна? Людмила Николаевна Музыкант. Вот так ни много ни мало. Председатель еврейской общины нашего города. Шалом алейхам. Ну, тут понятно. Шалом. Здравствуйте, Людмила Николаевна. Здрасте. Шалом здрасте. Алейхам. Шалом алейхам. Да. Добрый день, поближе к микрофону, пожалуйста. Шалом. А еще один наш гость, который, собственно, не первый раз уже присутствует первый, в нашей студии. Не первый, давнишний, да, наш друг. Хороший друг. Да, Гайдарбек Гайдаров. Здравствуйте. Заместитель председателя дагестанского землячества Кировской области и по совместительству директор Кировской школы лезгинки и кавказских танцев «Намуз». Да, я правильно записал? Намус. Да, салам алейкум. Правильно. Ну вот смотрите, все, мы уже объединяемся у нас. Музыка и танцы. Да, музыка и танцы. И еще обрати внимание. Шалом алейхам и салам алейкум. Шалом алейхам и салам алейкум. Понял, да? Да. Вот так вот. Прямая языковая связь. Да, да. Здрасте еще раз. Еще, кстати, ждем одну гостью. Это Фарзона Арипова, замечательная девушка, представительница таджикской диаспоры нашего региона. Должна с минуты на минуту появиться в нашей студии. Итак, вот День народного единства завтра, да? Праздник относительно молодой. Впервые он появился в 2005 году. Что было до него в эти дни, в ноябре, мы прекрасно помним, прекрасно знаем. Да. Годовщину революции отмечали всегда. Вот хочется вас сразу спросить. Да, приветствуем Фарзону. Да, Фарзона пришла. Фарзон, здравствуйте. Присаживайтесь за микрофон. Салам алейкум. Да. Здрасте. Что для вас хочется спросить? Вот народное единство, как вы его понимаете? Какие-то основные ключевые моменты? Ну, постарайтесь. Гайдарбек берет слово как настоящий кавказский мужчина. Я могу уступить женщинам, если они... Говори, друг мой, говори. Как кавказский мужчина. Да. Значит, единство, ну тут уже сказано про единство, значит, это день единства, это для всего народа, единение всего народа. Для всего всех нашего народов, государства, да? Всех, да, всех диаспор, всех языковых структур, всех, и надо объединить, это и есть единство. Я так понимаю, единство... По-другому как можно понять, я вообще не понимаю. Но... Это и есть единство. Ну, не воевать. А вот как вот ты ощущаешь? Ты вот живешь как бы в городе Кирове, да? Вот ага. У тебя есть соседи. Едины ли мы вот, с соседями? Да, да, как ты себя ощущаешь? Вот, Я ощущаю комфортно. То, что я ощущаю комфортно, это связано с тем, что я настроен ко всем людям позитивно. Если бы я с негативом бы относился к кому-либо, естественно, получил бы обратно то же самое. То есть было бы тебе некомфортно. Да, было бы некомфортно. А я сейчас такой вопрос провокативный такой, провокационный. Азиз Алиевич задает обычно задам, такие вопросы. Такой вопрос сейчас задам. Ты себя чувствуешь вятским? Вятским я себя не чувствую. Не чувствую, а кем? Нет, вот я же не вятский. Ну как? Ты я чувствую на человеком сколько земли. Лет уже же? Я чувствую себя дагестанцем. Где бы я ни был, я дагестанец. Это ты по национальности? По национальности я аварец. Аварец, да. Родина моя малая – это Дагестан. Дагестан. Моя большая родина – это Россия.
А вот отдельно Вятским. А Кировская область сейчас для тебя? Кировск, это временное место проживательства. Что значит временно? Ну, мы все на этом свете временные. А, в этом смысле временно. Мы все временные. Пришли, ушли из мира. Ну, я просто хочу тебе сказать, что я себя тоже чувствую азербайджанцем, но... Я в то же время, вот, я тебе одну вещь скажу замечательную. Это было лет 20 назад. Но, к сожалению, как бы живешь все равно определенное количество лет. Да, это было лет 20 назад. И когда я осуществлял там работу, сотрудничал с определенными группами. И тогда вот известный человек, директор предприятия фабрика игрушек «Весна» Протопопова Татьяна, и мы как поработали немножко, и кто-то вот во время заседания совета директоров задал мне вопрос, а ты кто по национальности, меня спросили. Ну, я только рот открыл сказать, и, а Татьяна тогда, царство ей небесное, сказала, да он наш. Угу. Он наш вятский азербайджанец. Вот, понимаете, вот как бы... Почему я вопрос... Вот, я думаю, что вы наш... Вятский дагестанец. Дагестанец. Может и так быть, да. Может и так быть. Может и так быть. Да. У меня и корни здесь, у меня и... Еще вопрос задали одному товарищу, какой ты национальности, он сказал, я еще не женился. А моя жена русская. Понятно. Можно и так сказать. Понятно, да. Председатель еврейской общины, да, нашего города Людмиле Николаевне хочется задать вопрос. Вот, знаете, евреев, ну штамп, наверное, да, все-таки стереотип воспринимают как-то, ну, не очень такими людьми открытыми, все как-то себе на уме. У вас как с дружелюбием к представителям других национальностей? Мы очень мирно. Раньше даже на все праздники приглашали, которые большие наши праздники, мы приглашали гостей из других диаспор. Почему раньше? У нас евреи бывают регулярно в студии, они постоянно приглашают. Нет, на праздниках, я имею в виду в ресторане. А, в ресторане? Да. Мы приглашали, когда праздновали свои праздники, Хануку или Рош-Ха-Шана, Новый год, то мы приглашали... Мы живем мирно со всеми диаспорами. А вообще, вот в основах еврейской культуры что заложено? Вот какие моменты? Как формируется это мировоззрение, это ощущение, что мир, он большой, но он единый. Нас много, но мы все, собственно... Ну, мы все едины. Мы все едины. Вот как это формируется? Как это дается детям с измальства, возможно? Жить мирно. С детства воспитывают... Ко всем. А вот вы родились... Я в Кирове. В Кирове родились. Вот я хочу одну вещь сказать и спросить. Я сегодня буду это самое побольше вопросов задавать. Потому что, вот смотрите, когда человек родился где-то, вырос в другом месте, переехал в новое место, и да, он там относится... вот каким-то одним образом, каким-то вот ему, чтобы мирно жить, ему надо чего-то там пройти. А вот когда человек родился и вырос, например, в Кирове, и вы как открыли глаза свои, увидели вокруг себя там людей, большей частью, так сказать, ну, вятских людей, кто живет здесь. Вот вы говорите, что да, вот мирно там и так далее. Мне кажется, что вот вы как родились, у вас даже мыслей не было, мирно жить или не мирно. Вы сразу видели этих людей, и вы с ними играли, наверное, на улице гуляли, на работу ходили, в школе учились, в детский сад ходили. Вот можете вот как бы вот эту, вот об этом как бы вот. Как, вот неужели тогда были какие-то ощущения, когда вообще появилось вот это вот ощущение, что вы по национальности... У меня этого ощущения нет, не было. Никогда с детства, не было, да. И в школе у нас было очень много разных национальностей. И в садике, в группе тоже все национальности были. И никогда не делили. И слава Богу. Ну как, возможно, и возникали какие-то там конфликты, но они не были связаны с принадлежностью человеческой. Нет, с нацией ничего не было связано. В советское время этого не было. Не было. В советское время. Это потом, наверное. И сейчас вот наша община существует уже с 99-го года, и никаких распрей не было, никаких...
Сколько сейчас в общине, кстати? Ну, у нас человек... в общине сейчас мало. Это... Ну, 200-то будет. 200 человек? Не все, да. Ну, то есть не все входят в общину? Не все. Да? Ну, многие, конечно, еще и не признаются. А, многие еще не признают. Ну, тем не менее, 200 человек. Да, да. Это пожилые люди больше, как они привыкли бояться, и так они не признают. Фразона, вот мы сейчас ностальгируем, да, давайте вам тоже слово передадим. Вы представительница молодого поколения, уже как мы тут сказали в начале программы. Вот как вы понимаете единство? Что такое, когда... Как вот ранее сказали. Все рядом, все вместе. Чтобы понять, вот, может быть, есть какие-то кардинальные отличия между более старшим поколением и вами? Вот для меня единство – это вот то, что, как раньше сказали, то, что когда все мирно живут, все живут вместе, то есть нет никаких конфликтов, никто никого не делит, то есть все вот единое, скажем. Для меня до сих пор это так же идет. То есть меня воспитывали так, то, что... Вы родились в Кирове. Нет, я родилась в Таджикистане, но, скажем то, что половину жизни я жила в России. И меня, слава богу, никто не делил, то есть никто мне не тыкал то, что ты другой национальности. Изначально все меня принимали как свою. Поэтому, как сказать, я этого не ощущала в себе, то, что каково это, когда тебя делят. Но изначально нас тоже вот воспитывают... С малых лет то, что все мы едины, неважно какой ты национальности, неважно какой ты религии, какая у тебя культура, у всех как бы, ну все мы люди. Всех нас объединяет то, что вот мы люди, и нельзя никого делить. Можно сказать, что вы воспитывались в таком многонациональном сообществе, где были? Ну, можно так сказать. Кто еще рядом с вами был? Не только? Ну, я... выросла, скажем, среди вот таджиков, среди азербайджанцев, среди узбеков, среди русских, татаров. Были знакомы еще из Дагестана, из Чечни. То есть мне, скажем, с детства вот в моем кругу очень много людей из разной национальности. И не было повода делить людей по разным. Даже вот и по религии, и по национальности никто не делил. Поэтому я даже удивляюсь, когда кто-то делит кого-то. А когда в России оказались, что, возможно, было самым трудным, вот к чему-то привыкать, может быть? Я в России с детства. Да. И... Уже тогда забыла. Еще, или тогда еще уже не осознавали, что надо к чему-то привыкать, да? Да, нет, здесь вот нет, наоборот, все было легко. А вот когда мы обратно уехали к себе на родину, вот там вот мне было трудно. Потому что мне вот казалось, что это совершенно другой мир, совершенно другие люди. И вот... У них другие понятия, другая, скажем, культура немножечко, поэтому немного было трудно. Ну, наверное, это так и есть. Другое государство, другая культура. Да, хоть скажем, это была моя родина, да, но мне там было трудно жить. Все же мне легче удается жить в России. Как это говорят, ведь человек не рождается ни плохим, ни хорошим, ни белым, ни красным, ни христианином, бумаги, ни мусульманином. Да. И только потом родители делают из него. Да. Социум, да? Прежде всего родители, а потом социум. Да. Да, прежде всего родители. Я думаю, что если родители делают из человека нормального, мирного, спокойного, любящего свою родину человека, то социум влияет, но ему бывает достаточно трудно его как бы по другой дороге вести. Человек уже, ну как вот сейчас Фарзана сказала, я приехала, это другие люди. Это действительно другие люди. Ну, я аналогичное ощущение периодически испытываю, когда приезжаю к родственникам в Баку. Там другая энергия, другой темперамент. Там, да, но тем не менее, да. Надо, там тоже можно привыкнуть. Нужно, вернее, привыкнуть, чтобы было комфортно. Привыкнуть другие подходы, этому, конечно. Да. Ну вот я с этим хочу вот еще задать вопрос. Вот вы говорите на родном языке, на... Вот Эдербек, ты на аварском говоришь? Я говорю. Это где, дома или... Нет, ну, вообще, нет, в принципе, знание языка. В принципе, говорить на аварском. Конечно. Разве можно? Но я хочу сказать, и что... И не только, я еще и другой язык. Наверное, все знают легендарную личность Хаджи Мурат. Он тоже был аварец. Да, был аварец. Да.
Значит, а вот вы, Людмила Николаевна? Я немного только... Говорите не по-аварски, а по-иврите. На иврите. На иврите, да. Но мы говорили в нашей студии, ваши коллеги по общению, у вас есть занятия все-таки? Да, у нас есть. По ивриту. Немного говорите. А вот самую важную фразу вашей жизни? Шалом. Да, это мир. Мир, да, 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 да. А Фарзана, ты? Я хорошо владею таджикским языком, да. Угу. Ну вот, как вы думаете, вот какое слово надо сказать человеку на своем родном языке, чтобы вот, как бы он вот открылся душой? Вот ты его видишь первый раз, и ему вот что-то такое... Чтобы единство сразу появилось, желание там принять тебя за своего. Ну, улыбнуться в первую очередь, сказать... Если это, значит, я говорю, ассаламу алейкум, взять в руку, обнять его, и он откроется, раскроется. Как ты, так и к тебе. Да, вы как думаете? У нас шалом, приветствие ко всем. А рукопожатие, объятие как-то? Ну, объятие. Приветствуется. Да. Угу. Пардон, есть какие-то особенности? Среди молодежи. Ну, у нас тоже самое главное, я считаю, что надо улыбнуться человеку. То есть просто улыбнешься в ответ, да, и человек начнет к тебе тоже позитивно относиться. Если ты, разумеется, будешь так, скажем, недовольным взглядом на него смотреть, то вряд ли он захочет вообще с тобой общаться. И да, у нас тоже вот ассаламу алейкум, тоже обняться можно при встрече, рукопожатие. Я считаю, это нормально. То есть в этом ничего такого нету. Могу один пример привести, да, если позволите. Да, конечно. Как-то я, наверное, нарушил вот здесь на Ленина. Еду, нарушил. Меня посигналили. Правила сзади. Дорожного движения, ну, да, видимо, там где-то, я не знаю как. Подсек кого-то. Перестроился, наверное, не так, неправильно, может быть. Меня сигналит, обгоняет человек злобный такой. Стал он на светофоре и что-то меня ругает там. Угрюмым таким серьезным лицом. Я улыбнулся, он простоял, улыбнулся, мне вот так вот сделал. Одна улыбка решила всю проблему. Да. Хотя я тоже был... На взводе. Тоже были свои дела, тоже нервы. Такое бывает, да. Неумышленно ведь я нарушал. Такое бывает. А вот тоже хочется спросить вас всех троих. Вот мы по большому счету говорим о какой-то основе, да, каждый человек рождается, вот, повторюсь, да, не хорошим, не плохим, как чистый лист, и затем его формируют. Ну, все мы рождаемся, все мы не хотим конфликта, не хотим ни с кем воевать, ругаться и так далее. А как в дальнейшем, на ваш взгляд, вот эта положительная линия должна взращиваться, воспитываться? И кем именно, кто тут играет, на ваш взгляд? Ну, если подойти... Самую большую роль, да. Если подойти с точки зрения ислама, так как я мусульманин, это и в других религиях тоже я так же и думаю, что и в еврейской религии, и в иудейской, правильно ли я правильно? Да. И в христианской религии то же самое. Они близки друг к другу, эти религии. Нигде, естественно, не сказано, что надо отрицать, надо ругать, надо там, значит, психику свою распространять на этих детей, ну и так далее. Но я не теоретик, я практик. У меня научила. Шестеро детей, но сейчас... Дай Бог им всем здоровья. Да. Спасибо. Самому младшему 6 лет у меня на сегодняшний день. Ну, у меня свой подход. Немножко, наверное, он опытом мне подсказан. Я раньше нервничал, я раньше другим был. А сейчас я за собой замечаю, что я остепенился, успокоился. Если он... у меня дома запрета нет ни на что, кроме как на ложь. Люди бывают, дети бывают, ломают, портят, что-то пакостят. Я их за это не ругаю. Володя, для тебя актуально. Спасибо, у меня маленькие досыновья. Я вспоминаю свою жизнь, когда я был маленьким, что я делал. А то, что я делал, это было намного больше и хуже, чем сейчас. Больше последствий были. Чем они сейчас делают. И вот моя позиция, что этих детей ругать не надо, их пугать не надо. Им надо объяснять, с одного раза не поймут, с пятого не поймут. Если один поймет с пятого раза, другой только с пятнадцатого поймет. Люди тоже разные, дети тоже разные. Я вот им говорю, вы только не лгите.
Вот моя позиция. Угу. Если они правду скажут, как... они мне компьютер сломали, не компьютер, это ноутбук сломали. Я спрашиваю, кто сделал? Мне сказал, тот младший сказал, что это он сломал. Я его поощрил за это. Вот тебе конфетку или там чего ли там поощрил. За то, что сказал правду. Да, за то, что правду сказал. А то он сказал. Поймет за то, что сломал, и следующий тоже сломает, опять за конфеткой придет. Ну, вот так вот и надо, наверное, расти. А если мы будем следовать предписанию, что нам религия что говорит, а там нам и думать не надо, там все сказано. Нам надо начинать с себя. Себя надо сначала воспитать. То есть это чья ответственность-то? Ответственность однозначно отца. Однозначно отца, несмотря, что мама больше времени проводит с мамой. Естественно, мама тоже тут играет роль. Потому что отец должен быть главным в семье. Он несет всю ответственность на себя. Он должен быть каменной стеной, за которой стоит вся семья. Узнаю последовательный, логичный мусульманский подход. Ну, так, да, это подход. Естественно, такой подход и есть. Дети за отца не отвечают, отец за детей и за семью должен отвечать. Но смотрите, недостаточно же просто как бы говорить, как это самое, как мантру повторять слово единство, 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 там вот дети. Потому единство. Что единство на самом да. деле очень трудно да. вот его ощутить там. Вообще слово, в таком-то понимании, абстрактное да. слово да, единство, абстрактно. Единство. Вот. Как вы думаете, в каких проявлениях вот этого слова нужно детям показывать, чтобы... Почему я говорю показывать? Потому что дети очень любят примеры из жизни. Они скорее примером следуют больше, чем... Слово – это хорошо, объяснить – это тоже хорошо. Примеры. Вот вы сами-то как думаете? Вот, или, может быть, из жизни есть какие-то, вот когда пришлось наконец-то там, или не пришлось, а по жизни так, ну, я, чтобы понятно было, например, для меня не возникало вопроса, потому что сосед слева был татарин, сосед справа был русский, напротив там был еврей, там, и у нас там начинался праздник, там, условно говоря, ну, Навруз, там, мы все пошли на Навруз, там, потом начинался еврейский праздник Нового года, значит, ну, мальчики, дети и девочки выносили там уже угощение, там, и все, и мы все еврейские праздники в детстве отмечали. Там. Потом наступает там Пасха, Масленица, там, Рождество или Масленица. Угу. Там. Соответственно, мы идем и все. Ну, понятно, детям же праздник, угощение. Там. Вот как вот вы сами-то думаете, ведь, наверное, вопрос не в том, что вы произносите там, единство, единство, а именно что, какие примеры? Именно своим примером. Вот, Людмила Николаевна, да, наверняка есть внуки у вас. Да. Да, вот как да. вы сейчас... Ну, вы же им не произносите вкладываете слово им, на да. единство, единство. Вот как да. вы им как бы... Вот именно своим примером. Это от родителей все идет. Внук у меня уже закончил в армию угу. там, в Израиле. Угу. Служил в Израиле? Служил. В армии? Угу. Да. Остался там? Ну, он там, можно сказать, и родился, и выучился, и армию закончил, и сейчас вот продолжает учебу. Для Израиля ведь тоже актуален вопрос единства. Учитывая, что отсюда туда много да, народу да, там да. уехало, там из других, там, я знаю, очень много азербайджанцев, живущих в Израиле. Там... Из Грузии, из Кавказа как вот вообще это вот, много. Да, как вот это воспитывается? Именно мирно. Все существуют мирно. Фарзон, до рекламы скажите, пожалуйста, еще, как вас в семье воспитывали, какими, не знаю, словами, поступками, примерами вас убеждали, что нужно со всеми дружить? И были ли такие ситуации, когда вам да. пришлось от родителей там, услышать что-то, ну так, когда родители на путь правильный в этом смысле наставили, что вот смотри там... У меня вот мама... Да. Она воспитывала меня, скажем, очень так строго, но mm-hmm. при этом как бы, ну, с любовью, скажем, да. Mm-hmm. Она была для меня вот самым таким главным примером. Она уважала вот все религии, все нации, она вот всех соседей очень любила. У нас было много вот соседей из разных национальностей. И я как бы видела это все с детства, как она ходила в гости к соседям, как она их звала к нам. Я помню даже то, что с детства она, мама нам давала, то есть читать Коран, и при этом Библию. Угу. То есть
изучай это и это. Ну, как бы надо, говорит, уважать каждую религию. Надо ко всем относиться хорошо. То есть мы все люди, мы все едины. С самого детства она для меня была таким самым главным примером. До сих пор так есть. Она мне до сих пор каждый день так звонит и говорит. Уважай другие нации, мы все едины, мы все люди. Не надо там кого-то выделять, кого-то ставить выше, кого-то ниже. То есть я его тоже считаю, то, что самым главным примером это должны быть родители. С них мы и берем пример. Для меня это сейчас было открытием большим, то, что и Коран, и Библию одновременно. А во всех, таких культурных, интеллектуальных семьях, я мусульманских говорю, я как мусульманин говорю, лично у меня обе священные книги. Знать надо и то, книги, и то, и третья, и пятая, это информация. Да, я считаю, что... Мы как можем определить, извини, перебью, вот мне скажут, вот эта вещь белая. Как я могу отрицать, если я не знаю, какая бывает белая? Вот. Нужно увидеть мне белое, чтобы понять, поверить, что такое черное. Это белое. Да, надо черное увидеть. То есть плюс к врожденной невраждебности человек все-таки еще должен знание это, собственно, еще и получать. Ну да? А как? Изучать, узнавать. Установлено же, что агрессия проявляется тогда, когда ты не понимаешь, с чем ты имеешь дело. Не понимаешь. Вот мне объясняют, как плохо в исламе. Мне люди, которые не знают про ислам, мне объясняют, что это плохо. Да, это там враждебно. С этим приходится встречаться. У меня дома телевизора нет 5 лет. Я дома телевизор убрал из дома, чтобы дети не воспитывали, вот этот телевизор не воспитывал детей. Может быть, это покажется людям, что странно. Но есть такие люди, которые без телевизора живут. И я оправдал вот свое это решение, оправдалось оно тем, что мои дети знают то, что надо. А это мы из компьютера берем. Что попало мы, какие первопопавшие мультфильмы мы не смотрим, фильтруем. Скажем, ребенок в 6 лет читать умеет, писать умеет, цвета знает, считать до 1000 и больше умеет. Это все с компьютера. А с телевизора что бы мы получили? Я так думаю. Только... Да. Небольшая реклама сейчас у нас будет. Это программа «Союз нерушимый». Мы ее приурочили ко Дню народного единства, который будет отмечаться завтра. Хотелось бы, знаете, еще поговорить, знаете, о чем после рекламы? О вашем личном вкладе и о вкладе ваших коллег по общине, по диаспоре, вот в формировании этого самого единства у нас здесь, в нашем городе. Давайте попробуем, да? После рекламы. Продолжается программа «Союз нерушимый». Давайте еще раз, Азиз Алиевич, представим наших гостей. Да, сегодня с нами Людмила Николаевна, председатель еврейской общины города Кирова. Шалом алейхем. С фамилией Музыкант. Да, красивый. С фамилией Музыкант. Гайдарбек Гайдаров, заместитель председателя Дагестанского землячества Кировской области, директор Кировской школы лезгинки. Так мне хочется сразу произносить так торжественно, кавказских танцев на Амус. Фарзона Арипова, очаровательная представительница таджикской диаспоры Кировской области. Девушка, прекрасно говорящая на русском языке. Остается немного времени. День народного единства. И ты хотел... Собственно, как мы здесь, в нашем городе, формируем единство. Ну, о каких-то мероприятиях вот можно рассказать. Я знаю, что... Ну, Гайдарбек, понятно, что вы как директор школы лезгинки кавказских танцев, вы нам прекрасно рассказывали, что вы туда всех принимаете, всех желающих ребят, и дагестанцев, и русских, есть... и так далее. Это, наверное... Вы уже формируете тем самым, это единство? Да. Конечно, это вот... Это... У нас школа лезгинки, где могут принимать участие независимо от возраста, от 5 лет и старше, независимо от возраста и национальности. У нас большинство людей русские выступают на сегодняшний день, человек 15 в школе. Ну, дальше что? Замечательный танец, который... Готовим номера, да, выступаем на... мероприятиях. Вот 3 числа в пятницу выступали на... То есть сегодня уже? Да, сегодня. Угу. Сегодня в выступали народов. В Доме Дружбы народов. Да. Завтра будем выступать 4 числа Дом культуры Октябрь, да, или кинотеатр Октябрь. Да, кинотеатр Октябрь. Кинотеатр Октябрь, да. Там будем выступать. И 11 числа, скорее всего, мы поедем в Кирово-Чепецк, там фестиваль.
И туда мы, нас приглашают. Угу. Если все сложится, если Бог даст, мы туда поедем. Угу. 11 числа. То есть это ваши, как бы, вот, ваш вклад? Этот один, наверное, небольшой вклад в культуру Кировской области, который внесли дагестанская община. А что бы еще хотелось сделать, если говорить о будущем? Что там внутри горит? Что бы хотелось еще донести людям? Вот эту школу в составе школы сделать, или на основе этой школы сделать хороший ансамбль «Лезгинка» с зажигательными танцами и с большим концертом. Это как... Как знаменитый дагестанский коллектив. А теперь будет знаменитый вятский коллектив. Это то, что называется культуры. Мужественные джигиты из коллектива «Намус», вятского коллектива. Круто звучит, между прочим, я вам скажу. Да. Людмила Николаевна, еврейская община, как она участвует в этом процессе объединения, формирования тоже... чувства гордости за... Вы продолжите приглашать всю страну. Представителей других диаспор. Да. Евреи только за праздники отвечают, что ли? Нет. Ну, у нас просто очень много праздников. Праздничные дни. У нас каждый день праздник. Да. Каждая суббота. Каждая суббота, шаббат. Да, да. Кстати, вот сейчас там народ у меня, члены общины... Готовятся? Нет, они уже отмечают. Сегодня же пятница. Пятница. Да. Ну, в субботу нельзя ничего, мы в пятницу отмечаем. Подождите, это отдельная тема. Да. Ладно, это отдельно. Ну, хотелось бы тоже, конечно, больше, чтобы приходило... Народу? Да. Куда? К нам в общину. Говорите, где у вас община собирается? Карла Маркса, 21, офис 424. И каждую пятницу вы готовитесь там, да, к празднику? Да, каждую праздник. Проводите праздник. Пятница у нас проходит шаббат. Хорошо, я приду. Во сколько? К часу. К часу. Отлично. Фарсона, ну, да. Вам тоже тот же самый вопрос, да, собственно. Что бы вам хотелось, может, в будущем сделать для того, чтобы разнести и более такой доступной, эту популярную идею это сделать? Что... Но все мы едины. Что бы я хотела сделать? Не знаю, все что угодно. Написать книжку, там, то, что создать какой-нибудь коллектив, пойти с ребятами общаться в детские сады, в какие-то другие коллективы. По поводу книги, да, есть такая мечта написать книгу о единстве всех народов. Надеюсь, что она сбудется. И я очень бы хотела написать такую книгу, где я буду подробно описывать, по своему опыту, как люди друг к другу относятся. Как у нас на передаче люди друг к другу относятся. Ну, или это может быть не книга, а какой-нибудь, как современный какой-нибудь электронный ресурс. Да, да, может быть. Конечно, да. Конечно. Ну, книга, да, это слишком крупно. Сайт, может, еще. Это тоже там, книга. Да. Ну, да. Создать сайт. Но интернет-ресурс вы уже можете такое открыть. Да. Я буду очень стараться. А по поводу нашей диаспоры, наша диаспора очень, часто проводит всякие вот эти мероприятия у нас в университете. То есть когда у нас праздники всякие, Навруз, что-нибудь такое, наша диаспора нам помогает провести такой небольшой праздник у нас в университете, где мы приглашаем всех. То есть все преподаватели, все студенты, может быть, даже люди, которые вне университета. А где вы проводите праздники? В университете у нас прямо на первом этаже. На вестибюле? Да, да, в холле первого этажа. А объявления где-нибудь? В основном объявления у нас бывают... Тоже в вестибюле? В соцсетях? Нет, да, в соцсетях. В основном ВКонтакте, в Инстаграме, да. И диаспора сообщает другим диаспорам тоже. Но в основном, в группах ВКонтакте у нас идет объявление. Как называется группа? Есть таджики ВятГУ группа, но это объявление... Звучит как таджики ВятГУ. Но объявление идет по всем доступным группам. То есть мы отправляем кому угодно. Всем своим друзьям. Да, и желающие... Это по поводу того же, наш вятский, видите, таджики ВятГУ. Да. Понимаете, не просто там таджики, а таджики ВятГУ. Это наши уже, понимаешь? Мы, кстати, очень уже привыкли к Кирову. Я лично очень люблю Киров. И если, не знаю, если там больше недели буду отсутствовать в Кирове, мне уже как-то неловко.
как-то домой хочется, вот именно в Киров. То есть я уже как бы считаю Киров своим домом. Вот так вот. А вот есть в Вятгову азербайджанцы, Вятгову? Да, есть. Там узбеки, много национальных. Да, там все это присутствует. У нас минута остается, буквально даже меньше. Да. Гайдарбек что-то хотел добавить еще. Я хотел сказать по поводу тех чувств и любви к городу, к тому месту, где ты привык, где родился, где вырос. В Дагестане есть маленький город Буйнакск, где я родился и вырос. И когда у меня спрашивают, ты откуда? А я там уже 17 лет, я там не живу. Я говорю, я из Буйнакска. Это к тому, что вот чувствуешь ли вятским там, или еще каким-то махачкалинцам, чувствую ли я кизилюртовцам. Это города дагестанские. Я вот чувствую, что я из Буйнакска. Это вот, вы в вот России такой... так отвечаете. Да, а когда вот выезжаешь за границу, тебя спрашивают, ты откуда? Где не знают Буйнакск, да? Да. Ты никогда не говоришь, что ты из Буйнакска или нет. Ты говоришь, я отсюда-то отсюда. А где это? Нет, ты можешь говорить из Кирова. А где это? Ты говоришь, да 900 километров на восток. От Москвы. И у них сразу глаза становятся большие. 900 километров от Москвы на восток. Он как, да, Россия такая. Большая, большая, но единая. Да, спасибо. На этом завершается программа «Союз нерушимый». С Днем народного единства. Поздравляем вас. Всех. Да, наши гости, Людмила Музыкант, Гайдарбек Гайдаров, Фарзона Арипова. Спасибо. Всего доброго. Всем здоровья, удачи. До свидания. До свидания. До свидания. «Союз нерушимый».